Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мне пришла посылочка от bormash.ru. Сейчас я вам покажу, что здесь внутри. Внутри нас встречает целый набор для бормашинки. Здесь различные насадки, есть корщетки, точильные камни, полировальный камень, есть хвостовики, есть также наждачка. Вот. Отрезные круги, войлочные круги и, в принципе, все. Так, поэтому все. Дальше у нас есть корщетки стальные, 3 штуки. Есть у нас латунные корщетки. И также есть у нас корщетки шерстяные. Они у нас, в принципе, для полировки. Вот, далее у нас здесь вот такой красивый наборчик. Бурфрез достаточно производительный, потом я в видео вам покажу. Вот они также работают по металлу и по дереву. Здесь у нас диски, грязные диски по металлу с держателем. Вот сталь у нас ХСС. Вот потом покажу в работе. И по мелочи у нас вот такие резиновые полировальные диски. То есть цвет соответствует абразиву. Вот. Также у нас держатель для дисков от болгарки. И еще одна корщетка. Вот. Еще в коробке была вот такая вот смазка Petrolab. Это для бормашин профиль. В принципе, для любых бормашинок. И самым главным, здесь даже уберу коробку, здесь торнадо профиль систем М02. Что это такое, я сейчас вам покажу. Это у нас, так, в комплекте у нас, я вижу, сразу идет ключик для патрончика, идет также крестик резиновый, то есть муфта. Для запаса. И вот такая вот бормашиночка. Она уже не такая тяжелая, как профиль B06, B08. Вот. Она уже маленькая, миниатюрненькая. С вот таким вот красивым маленьким патрончиком. Зажимает он до 4, по-моему, миллиметров. Вот. Так что, друзья, кому интересно вот это вот все посмотреть в работе. Вот эти вот щеточки, как работают по дереву, по металлу, как вот это зажимает диски, вот этот вот наборчик, покажу, как режут вот эти вот диски по металлу, и также покажу работу вот таких вот прекрасных фрез. Вот, так что, друзья, пишите в комментариях, хотели бы вы посмотреть, и что подробнее рассмотреть, показать. На эту бормашинку сделаю обзорчик. Все. Всем пока. Подписываемся.